они будут давать учение более сосредоточенное на том, как получить внутреннее освобождение и как чувствовать Бога. Поэтому вы все приглашены завтра в 6:30. И также Дима продолжает учить, как толковать недельные чтения, поэтому все, кто в этом участвует, не пропускайте, приходите. И, как я уже сказал, на этой неделе в среду у нас было молитвенное собрание, и было достаточно много людей. И мне кажется, это было очень благословенное время. Мы делаем эту общеобщинную молитву, поэтому не пропускайте, раз в месяц. Берите распечатки или кто любит получать на компьютер, дайте имейл Миле, она вам будет пересылать. Мы сейчас более продвинуты. И я от многих слышу, может быть, чтобы десятины делали банковским переводом. Вау, они самих. Я рад, урад Кева. Это не рад Кева, но есть счета, окей, есть миллион счетов сейчас. Очень много есть разных способов, можно. Самое главное, чтобы вы в этом оставались верными. Окей. Мизухер ма нахну... Кто помнит, что мы изучаем? Почему вы на этой неделе помните? На прошлой неделе все забыли. Потому что уже здесь написали, понятно. Я обещал сделать группу в WhatsApp. Которая будет называться «Изучение первого Петра». Но мои сотрудники сказали, не надо делать, лучше на веб-сайте это сделать, и группа в WhatsApp это что-то лишнее. Есть квар квуца, анахну не да эхла лехет кадима. Группа есть, и мы через 2-3 дня будем знать, как ее продвигать. Несколько недель назад мы начали изучать первое послание Петра. Я, помните, сказал, что Петр писал в основном для мессианских евреев, которые были рассеяны по многим странам. И тогда еще не было диаспоры в Украине и в Белоруссии. Поэтому он писал диаспоре в Галатии, Каппадокии и Памфилии. И языковой стиль написания этого письма очень еврейский. Несмотря на то, что он писал на греческом. А мишу яхол лахшов ламу катав лей байеванит ле ерудим бе Каппадокия, Понтия и бемакомот ахерим? Кто-то может мне сказать, почему он писал именно на греческом для евреев, которые жили в Каппадокии, Понтии и так далее? Ефраим мазбир лану лама. Ефраим объясняет, почему. Потому что, несмотря на то, что они по национальности были евреи, они там родились, и их родным языком был греческий. Естественно, на дома они говорили на идише, но...
Окей. Маламадну. Что мы выучили? Каха лезикарон. И я хочу вам напомнить, шанахну ламадну аль хавдала. Что мы про разделение учили про разделение. И мы научились тому, что Бог Он отделяет свет от тьмы. Он отделил в свое время воду и сушу. Он отделил день субботний от шести рабочих дней. И мы выучили также, когда народы взбунтовались во время строительства Вавилонской башни и упали перед Богом, они соединились с тьмой этого мира. Тогда Бог избрал Израиль. И Он сказал, что над вами есть мой свет. И есть очень много мест в святых писаниях, которые говорят о том, что над Израилем сияет свет. В книге Исаии очень известное место. И мы поем. Куми ори. Баорех, написано про Иерусалим, что восстань, светись, Иерусалим, и свет взойдет над тобой. Это все та же тема. Естественно, Шауль потом в Писаниях объясняет, что народы через веру в Машиаха могут соединиться и войти под этот свет, который сияет над Израилем. Но и здесь также мы продолжаем учить про это разделение. Есть тьма и есть свет. Но мы здесь и видим, что Петр приносит еще один, так сказать, пункт разделения. И несмотря на то, что народ израильский находится с самого начала в свете Бога, но и в народе Израиля есть те, которые живы, и есть, которые уже умерли. То есть есть внутреннее разделение. И он провозглашает в полной уверенности, что Бог Он обещал, и Он исполнил. И вы получили жизнь через веру в Иешуа. И несмотря на то, что потенциально весь израильский народ находится в свете, вы через Машиаха присоединились к жизни. Потому что можно идти в свете, но также использовать свой зонтик. Я хочу дать вам медицинское объяснение, вы, может быть, поймете лучше. Где-то после 40-45 лет люди, когда им делают анализ крови, многие получают результат, что не хватает в крови витамина D. Вы знаете, про что я говорю? И говорят, что витамин D получают от пребывания на солнце. И мы здесь живем в Израиле. Тут очень много света, очень много солнца. Но многие все равно идут и покупают в таблетках витамин D. Почему? Потому что они ленятся выйти на улицу. Поэтому в духовном параметре это то же самое.
Зарах мяль Авраам, Ицхак и Яков, мяль кол ам Исраэль. Несмотря на то, что свет воссиял над Авраамом, Ицхаком и Яковом, над всем народом Израиля, все еще есть люди, которым не хватает духовного витамина D. А как в Танахе называется витамин D? Ишуа. Ишуа. Мы это уже изучили, правильно? Также мы и выучили, что такое Шиоль, преисподняя. Помните, что такое? Мы не вдавались в подробности. Потому что Шиоль — это от слова «вопрос». Иди узнай, что там есть. Но мы уповаем на Бога, что даже и там Он сохранит нас. И царь Давид в полной уверенности провозглашает: даже если я пойду долиной смертной тени, я буду уповать на Тебя. Ки ядеха это написано: десница Твоя и правая рука. Твой посох направляет меня, держит меня. Мы это изучали. Также мы говорили про то, что у каждого верующего на небесах есть наследство. Когда мы умираем, и заходим в этот период времени, мы можем вкусить только часть того сокровища, которое Бог приготовил нам на небесах. И когда мы полностью войдем в наше наследство и получим это сокровище, кто-то помнит? Кто-то помнит, мы говорили об этом. Мы это изучали. После воскресения из мертвых. Мы также изучали немножко, что такое спасение. И мы говорили про то, что здесь есть намеки на два вида спасения. И на всех остальных языках, кроме иврита, обычно слово «спасение» есть только одно значение слова «спасение». И поэтому произошло такое непонимание. И поэтому люди не понимают, когда написано, что нужно работать над спасением, или что можно получить его во веки вечные. И мы изучили, что из-за того, что на иврите это легче понимается, и это очень понятно, что есть спасение, когда Бог спасает тебя от какой-то болезни или катастрофы, или от смерти. Или когда ты проходишь какое-то испытание. Кто из вас проходит испытание? Иногда это очень сложно, это трудно. Иногда ты проходишь такие сильные испытания, что тебе не хочется в кровати вставать. Ты получаешь приступ депрессии. Кто переживал это когда-то? Если мы молимся, Бог помогает нам выйти из этого состояния. Но это не связано с эсхатологическим спасением. Потому что если Бог избрал тебя, и если ты открыл себя для Него, то ты получил спасение. Естественно, ты можешь отказаться и сказать «нет». И в прошлый раз мы с Ефраимом сделали такую драму. Помните? Помнишь, Ефраим? Когда у тебя есть... Картис Муадон. Спасибо. Когда у тебя есть клубная карта,
כרטיס מועדון, כן. клуб, клубная карта. אז אתה מקבל שם הטבות. Ты там получаешь различные льготы. Льготы, привилегии. Привилегии. אז במשיח ישועה. Поэтому в Машиах Иешуа. יש לנו הטבה מאוד מאוד מיוחדת. У нас есть особенная привилегия. והטבה הזאת עליה אפשר לדבר שעות. И об этой привилегии можно говорить несколько часов. וטוב לנו להחזיק כרטיס מועדון הזה. И очень хорошо нам быть членами этого клуба. לעומת שעל הכרטיס הזה עדיין אנחנו צריכים לשלם יקר מאוד. Несмотря на то, что быть членами, взносы за то, что мы держим эту карточку, достаточно высокие. אתם יודעים, לפעמים בנק נותן כרטיס כזה ואומרים, בחינם, כך, בבקשה, רק תשתמש. Иногда банк тебе дает такую карточку и говорит, бери бесплатно, только проводи ее почаще. אבל יש איזשהו מועדונים, но есть такие клубы, שהם נותנים לך כרטיס, которые дают тебе карточку. אבל קודם בודקים אם אתה ראוי. И сначала проверяют, насколько ты достойный, платежеспособный. А אם יש לך הכנסה נורמלית, если у тебя постоянный заработок. והם אומרים לך, они тебе говорят, несмотря на то, что ты получил эту карточку, это не бесплатно. Каждый месяц ты должен выплачивать за нее 19,90. Мы с небес получили карточку милостью Бога. Но это не полностью бесплатно. Во-первых, Иешуа заплатил за это огромную, дорогую цену. Но также и мы платим за это. Потому что мы часто своим похотям говорим «нет». И мы хотим продолжать быть членами этого клуба. Я говорю сейчас на языке, которое понятно для современного общества. Но сейчас мы также и коснемся других пунктов и в первом послании Петра. לשיעור שביעי שם יראת אדוני. И свой седьмой урок я хочу назвать страх Господа. ואני קורא באיגרת ראשונה לפטרוס אחד מפסוק 14 עד סוף 17. И я буду читать с первого послания Петра, первая глава, с 14 по 17 стихи. אתם יכולים לפתוח גם? Откройте, пожалуйста, 1 Петра, первая глава, с 14 по 17. כבנים מציתים אל התנהגו ואל תתנהגו לפי תאוותיכם שחיו לכם בעבר כשהייתם חסרי דעת. אלה היו גם אתם קדושים בכל דרכיכם כמו שקדוש הוא אשר קרא אתכם שחרי כתוב קדושים תהיו כי קדוש אני. ואם קוראים אתם אל האב השופט בלי משום פנים לפי מעשי איש ואיש הזה התחלכו בירה בימים מגוריכם עלי אדמות. Как послушные дети, не сообразуясь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Написано «Со страхом Господним идите перед Богом». И мы скоро поговорим про то, что значит страх Господень. Но здесь есть очень странное предложение. Очень нехристианское предложение, очень предложение странное для мессианских верующих. Потому что здесь написано, в страхе ходите перед Богом, который судит каждого по делам.
Что это может значить? Мы разве не изучали, что он нам уже все простил? Уж все супер. Все уже стер он. Мы под благодатью в Новом Завете. И уже нет никакого суда. И почему ты, господин Петр, опять нас возвращаешь в такое странное место, что сам Бог, сказав про себя, что Он свят, и Он призывает нас быть святыми, все еще судит нас, а мы, хотя мы находимся под законом Нового Завета, и Он судит нас все еще по нашим делам. Как это кушать сейчас? Это истина. А есть люди, которые говорят, мне уже все прощено. Я хочу вернуться к принципам Торы и Танаха. Когда мы грешим в рамках Торы, есть разные уровни греха. И выйти из этого, для того, чтобы выйти из этого, есть различные способы. Потому что ничего не поделаешь. Человек — это существо, которое постоянно грешит. Кто-то не согласен со мной? Праведники, поднимите руки. И я стакан вас запущу. Это то, что я хотел сказать. Но посмотрите. Под Торой человек, который грешит, он должен либо просить прощения, или заплатить что-то, или принести в жертву животное, или подождать дня искупления, или подождать дня своей смерти. Это все уровни искупления. Если ты причинил вред человеку или его имуществу, то ты можешь заплатить ему деньгами. Если ты какой-то грех совершил перед Богом, то ты приносишь жертву. И иногда этого недостаточно. И ты ждешь дня искупления. Или ты ждешь дня своей смерти. Вы знаете, что со времен нашего праотца Адама написано было, если ты сделаешь грех, смертью умрешь. Поэтому, когда пришел Иешуа и искупил нас, то что тогда изменилось? Во-первых, изменилось качество жертвы. И Бог действительно простил нам все, что было до этой жертвы. Но мы продолжаем читать Святых Писаниях. И мы видим, что здесь написано в послании к евреям, в 10 главе, в 26 стихе написано, если вы продолжаете грешить и не останавливаетесь, тогда вы отменяете для себя жертву Машиаха. То же самое говорит Яков. Он говорит, что вы или мы, мы грешим. И написано в Иакова 3 главе 2 стихе, что мы все много грешим. Возможно, ты не изменяешь своей жене,
Но твоя голова все еще является открытым местом для различных мыслей. Возможно, твоя рука физически не крадет, но все еще твои мысли позволяют тебе завидовать и желать чужого. И здесь Петр нам говорит однозначно: ходите в страхе Господнем, потому что Он судья, Он судит. Что значит страх Господень? Во-первых, я могу сказать, что есть люди, которые рождаются со страхом Божьим. Есть люди, у которых настолько сильно работает совесть, что они в своей каждодневной жизни постоянно опасаются, чтобы не совершить чего-то плохого. Но в основном у очень многих есть проблемы со совестью. И жертва Мессии не только очищает нас, но также восстанавливает в нас совесть. И тогда мы опять-таки боимся прикоснуться к чему-то горячему. Я хочу сказать вам свидетельство. Я в хорошей семье вырос. Мы не были верующей семьей, но мои родители вложили много в мое образование. Но я помню, что когда я был маленьким ребенком, то я прилепился к чему-то очень плохому. Мои уста были нечисты. И я грязно ругался, так же, как и все остальные в моем окружении. И когда я перед армией в Советском Союзе, один парень мне сказал: у тебя проблемы там не будет, ты говоришь на языке солдат от остальных. Но произошло чудо. И несколько месяцев до того, как я пошел в армию, Бог меня встретил. И Он очистил мои уста. И именно в армии у меня было очень много проблем. Я не мог ругаться так же, как все остальные. Я думаю, что многие понимают, о чем я говорю. Когда ты получаешь прикосновение с небес, и ты освобождаешься, но тебе нужно сохранить то, что ты получил. Потому что если ты пойдешь на компромисс со своей совестью, весь этот страх обидеть Бога вернется к тебе. Поэтому написано очень ясно: продолжайте быть и попросите у Бога: Отец, очисти мою совесть, обнови во мне страх Господень. Еще один урок я хочу дать вам. И следующий урок называется «Машиах», который был распят перед созданием мира. Как понять эти слова? Что-то глупое. Мы что-то получили, и мы говорим про это как по факту, что мы получили. Давайте мы прочитаем еще несколько мест Писания. Я продолжаю читать. 1 Петра, 1 глава, 18-19-20.
מאבותיכם, כי אם בדם יקר של סתמים, שאין בו מום, בדמו של המשיח, אשר נודע מקדם לפני חיווסת תבל, ונגלה באחרית הימים למענכם. אתם אשר הודות לו מאמינים באלוהים, שהקימו מן המתים, ונתן לו כבוד למען תהיה אמונתכם ותקוותכם באלוהים. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Машиаха, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых, дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Здесь мы читаем, и Петр пишет такие вещи, что Мессия был предназначен для жертвы еще до сотворения мира. Алекс сегодня очень хорошо нам сказала, что помимо работ, дворим, что Элохим нотен лану лавин, что часто те вещи, которые Бог дает нам понимать, они выше нашего понимания. Но здесь мы прочитали. И это достаточно знакомо всему иудаизму. Что были те вещи, которые Бог уже сделал и предназначил до сотворения мира. Есть семь таких вещей. Я не хочу все их упоминать сейчас. Но один из семи в иудаизме говорят, что он уже знал имя Машиаха. Но в Новом Завете написано еще более точно, что говорится о делах Машиаха, о том, что он был распят прежде создания мира. И что это значит? Что до того, как Бог сотворил все, он что, уже приготовил все так, чтобы люди упали в грех? И он приготовил план Б для того, чтобы дать спасение. Я думаю, что да. Но мы не можем полностью это осознать. Но то, что нам дано здесь понять, что дерех Иешуа ая митухнан лифней брият аолам, что путь спасения был приготовлен до сотворения мира. И вдруг он высвободился. И где-то неделю назад я учил, что большой милостью мы простые люди, он нас избрал. И мы здесь в Петра изучаем, что не только Машиах был распят до сотворения времени, но также каждого из нас Бог узнал и принял до сотворения мира. Как, что здесь можно сказать? Только что это... Невгашно. Что эта встреча произошла? Невгашно. Мы встретились. У мизегмейтану. Он соединил нас. Уаса мишнаем эхад. Он сделал из двух одно. Ани ло роце ла архив. Я не хочу слишком углубляться в это. Ки ани квар роэ ше кама ми анашим о михом о люде мима микаблим казе эткефет шел шина. Потому что я чувствую, что люди в сон впадают. Может быть, жарко сильно. Давайте мы встанем.
Авину Шебешемаем. Отец наш Небесный. Ани Муделеха. Я благодарю тебя. Шеахавта утану лифней брията улам. Что ты возлюбил нас прежде создания мира. Вейханта вурейну дерех леацала. И приготовил нам путь спасения. Туда ше Иешуа. Спасибо тебе, что Иешуа. Ая митухнан милифней. Ты приготовил еще до создания мира. Афилу ютер анахну курим. Даже больше мы читаем. Бно яхидо. Своего единственного сына. Шея ба хек хаав. Который был у отца. И он пришел в этот мир. В правильное время. И слово стало плотью. И обитало с нами полное благодати и истины. Я благодарю тебя, Господь, что мы с трудом понимаем это чудо, но мы стали частью этого чуда, и поэтому мы принадлежим тебе во веки веков. Я молюсь, чтобы ты укрепил твою веру в нас. Я молюсь, чтобы каждый из нас ходил перед тобой в страхе Господнем. Мы знаем, что у тебя приготовлено безопасное место для каждого из нас. Но также и на земле мы должны принести добрый плод для вечного развития Небесного Царства. Я благодарю тебя, Господь, за то, что ты любишь нас. Благослови нас. Во имя Иешуа Мессии.